Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Сразу же в поединок. Сразу же. Года. Of the year. Ну, хорошо. Так, у нас есть морда. Так, здесь нельзя разыгрывать карты. Плохо, что нельзя. Морду сейчас куда-нибудь сюда поставим. Так, начинается. Начинается вот это вот. Ново. Блин. Добавляет по карте ниндзя, да? Ну, в принципе, Киллмонджер есть, можно уничтожить. Но он сейчас, наверное, Дэдпула будет ставить, скорее всего. Слушай, как ты мне дорог вот с этим вот... Ну да. Все это, ребят, предсказуемо. Так, вау, Веном. Ну ж, подожди. А если я... Но он, наверное, сделает вот сюда, вот Киллмонджера поставит, скорее всего, ребят. Я сомневаюсь, что он туда будет его влепить. Хотя он может не Киллмонджера, а он может поставить сюда и Карнейдж. Даже вот так вот. Знаешь, Киллмонджер мне пока не пригодится. Добавляет и прибавляет к себе их силу. Да что ты, как ты мне дорог. Ага, ну что же. Этого паренька пора уничтожать, я так понимаю. Да, Джессика, конечно, немножко нехорошо получится. Может быть, сейчас нехорошо. Может быть, надо было подождать, пока он Венома использует, а потом ставить Шанг-Чи. А, все нормально. Все хорошо. Так, а как ты хотел, парень? У нас только так, и никак иначе. Блин, это же не сработает, да? Ай, давай так сделаем. Понятно, сдался. Ай, как же он, а? Лопухнулся-то. Мне понравилось. Просто. Со своим Веномом. Такс, что у нас тут на улучшение идет? Кто у нас хочет опять улучшиться? Вот ты мне объясни, а? Морда, что ли? Нет. Нет, морда хочет улучшиться, но нам не хватает кредитов. Так что давай-ка, наверное, накапливать. Потом еще сделаем, наверное, еще дополнительное задание. Некалин. Ой, я обожаю, когда выпадает 2, 3, 3. Замечательно. Постоянные эффекты здесь удвоены. Ага. Муравьишка. Уничтожает все карты постоянной стороны. Проигрывающей, точнее, стороны. А вот тут ты, парень, обделался, я тебе скажу.
Тут будет седьмой ход. Ну что, я поставлю Киллмонджер, наверное, сюда, да? Уничтожим ему человечка-муравья. Так, пора снэпаться, наверное. Пора снэпаться. Давай ставим Вонга. Джессику поставил. Ну, допустим. Допустим, поставил он сюда Джессику. Но мы можем тоже поставить Джессику сюда, верно же? Мы Джессику поставим сюда. Так. Поехали. Он через Одина, да, решил сыграть. И последний ход. Так, у нас это 2. Это 5, блин, у нас 4 надо. Давай сделаю вот так, наверное. Ну. До свидания. До свидания. Он взял, запечатал, да? Так бы они получили бы вражеские карты по 2 силы. То есть, понимаешь, да? Здесь бы было бы 6, и здесь бы было бы 9. Он бы меня вынес, а он запечатал. Сам себе, короче, подпортил все. Круто. Так, давай забираем здесь кредиты. 300. Так, ну тут уже побольше карт, которые хотят у нас улучшиться. Так что, я думаю, найдем сейчас что-нибудь. О, да, давай. Новая, блестящий логотип. И 6 баллов мы получаем. Ах ты, чуть-чуть нам не хватит, да? Нам чуть-чуть буквально не хватает для того, чтобы получить коллекционера сундук. Слушай, а что это за карта такая новая? Мастер Молд. Новая карта, 2.2. А что она? Учить больше. Интересно. Что она делает, эта карта? Почему 2.2 так стоит мало? А выглядит такая, знаешь, как будто моща там прям настоящая. О, да. Ну давай морду поставим. Санспот. Так, мне надо как-то будет санспота-то уничтожить. Прям вообще не в тему. Блин, если Киллмонджер мне не выпадет, это будет... Здесь нельзя разыгрывать карты. Ай-яй-яй. Что мне прикажете делать? Пропущу я ход, наверное. Угу.
Блин, ну нерезонно как-то. Прям совсем, ребят, нерезонно. Я не знаю, что сделать. Давай так поставим. Мистер Негатив, да? Поставлю сюда Вонга, наверное, и... Человека-муравья. Так, он Вижена взял. Ну что, последний ход, ребята. Блин, Киллмонджер. А если я поставлю Дума? Давай смотреть. И это все? Ну и до свидания тогда, парень. Тогда до свидания. Та-ри-та-та-та-та. Я понял, что у него тоже Вонг был. Что он хотел прокрутить с помощью него, но он не успел. А мы забираем награды. Так. И так. Плюс еще здесь сколько кредитов? 200. Итого у нас 300, да, получается? 355 кредитов. Соответственно, нам хватает для того, чтобы... прокачать карту и, соответственно, получить сундук коллекционера. Морда, ты готов? Морда всегда готов. Блестящий логотип. Ага. Тайник коллекционера. Ну почему, блин, ну почему жетоны выпадают? Кстати, у нас накопилось, друзья, 1000 жетонов, если я не ошибаюсь. А за 1000 жетонов что я могу приобрести? Например, вот эту вот. Карты в руках всех игроков будут стоить 4. Ну... я, наверное, не буду, ребят, покупать ее, эту волну. Перебьюсь. Единственное, что бы я сейчас хотел сделать, это, наверное, купить дополнительные задания. Это я бы, наверное, хотел бы. Ну что, поехали дальше. Майпин. Или Майпин. В общем, не имеет значения. Майпин, Майпин. Опять морда выполнена. Оба игрока вытягивают. Посмотрим. Все, я понял. На пятом ходу вы видите, куда оппонент будет ходить. А вот если он у меня вытянул магнита... это будет плохо. В руках. Ага. Давай так поставим. Пускай выпадает ему морда. Ой, морда. Выпадает карта, которая будет стоить 6. А капитан Марвел после финального хода перемещается на локацию, понятно. Кладет здесь по руке после каждого хода, блин. Да. У чувачка там, я смотрю. Так, копируют все сыграны противника карты на этом ходу на локацию справа от этой. Справа от этой.
Но на вашу сторону. Да как ты меня достал, это повторное подключение. Хорош уже. У него там, наверное, мощные карты, что ли, такие. Дорогущие, я так понимаю. Если выпало вот это вот. По-моему, игра зависла, да, ребят? Ожидание у нас висит. Арина поставил, да? Думаю, у него сыграл. Так, что мне здесь можно сделать? Ну, если я, например, поставлю вот так. А потом еще вот так. Угу. Вижу. Кого он туда поставил, я пока не знаю. Агента. Так, Джессика Джонс у него уже не раскроется. Так, предскрыть, копировать все сыгранные противника карты на обходу на локацию справа от этой. Но на вашу сторону, справа от этой. Давай сюда поставлю. Ну и все, мы выиграли. Он вытянул у меня этого. Я не знаю, кого он вытянул. Тут либо дума, либо красный череп. 100% это мои карты были. Так, нам нужно еще, ух, выиграть карты стоимостью, разыграйте карты стоимостью 3. Это носорог у нас только и лишь и космо. Большего у нас там, по-моему, за 3 ничего нету. Ну вот и чё вот ты мне прикажешь, как вот я тут должен? Здесь нельзя уничтожить карты. Три, четыре, пять, шесть. Только лишь такую комбу я могу разыграть здесь. И в принципе комба очень даже неплохая будет. Посмотри сам. Три, четыре, пять, шесть. Да. Оу. Тут даже портал, туннель квантовый появился. С одной стороны хорошо, но экспериментировать с ним тоже как бы не особо стоит. Я уже убедился. Его можно, кстати, закрыть сейчас. Я, пожалуй, наверное, его и закрою. Хотя, наверное, надо было здесь все-таки менять. Эта карта у него в трубу улетела, одним словом. Дай-ка я снэп сделаю. Ну что, здесь ставим тигрицу потом. Так, ставим тигрицу, а потом в конце уже поставим дума. Ну и в принципе будет нормально. Он меня вот этим пугает, что ли, я не могу понять. Сдался. Понял, да, свою ошибку. Жалко, конечно, не 8
Очков всего лишь 4. Матч выигран. Так, сколько нам там? Вау, ранг. Получается 18-й, но, по-моему, проходящий. Ничего за него нам не дадут. Едем дальше. Колода, ребята, рабочая пока вот эта вот. В этой мете она держит. Ну, по крайней мере, это моя личная колода. Я нигде ее не слизывал, как многие из вас там любят. Насмотрится и начинается. Ну, единственное, что да, насмотрится, и чтобы у вас еще были эти карты. Так как у меня этих карт нету, я экспериментирую сам. Так, Веровольфа, да? Так, при примещении сюда карта уничтожается. Уничтожаем эту локацию. Такс. Берем Вонга. Нову. Он сдался. Он увидел Нову, он сразу... Ой, Вонга, он сразу сдался. Он понял, что здесь трэш будет сейчас твориться. Он понял. Захотел чего, а? Энджела. Блин, тут надо, наверное, снэпаться с самого начала, чтобы, блин... Кладет здесь по... Че? А, после пятого хода. Ну что, выставляем, наверное? Так вот. Так, он тоже снэпается, уверен в себе. Так, ртуть. Первая сыгранная здесь вами карта уничтожается. Уничтожай. Мне скорпион не особо здесь нужен. А он медуза. Ее же уничтожит сейчас. Что у нас тут за локация? Так, разыгранные здесь карты не будут раскрываться до конца боя. Сделаем вот так вот. Колосс. Что он хочет сделать с этим колоссом, а? Что он его взял не просто так. Значит, будет... Он будет уничтожать карты. Так, Вонг, давай иди сюда. Ну, поехали. И это все, что ты мог сделать? Что-нибудь получше-то придумать не мог? Эта колода, ребят, вот эта вот, она уже лет как 300 не актуальна. Ну, это я так образно говорю. Дьявольский динозавр и тому подобное. Просто она уже не актуальна. Она была у меня. Одна из самых-самых первых колод. Но потом я понял, что я далеко на ней не уеду. И да и к тому же у меня появились новые карты. Поэтому как бы начал экспериментировать. Видишь, тут еще можно будет, было бы сыграть с доктором Осьминогом. Но опять же, если человек, например, занимает
три карты на одной локации, доктора выкидываешь, он занимает четвертую. И тогда он не успевает провернуть там свой трюк, например, с тем же самым, например, Карнейджем или еще что-нибудь. Но если нету, то он выкидывает 4 карты ему. То есть, как бы тоже не... Так, Джессика Джонс. Джессику Джонс, кстати, мы тоже уже давно не используем. Поэтому мне как бы ее... Не жалко, что мы потеряли. Давай сюда морду поставим. Это потенциальные трупики. Йонду и вот этот вот. Да, я их прямо сейчас уничтожу. Через киллмонжеры. Так, здесь нельзя разговаривать карты, которые стоят 1, 2, 3. Ну, давай вот так вот сделаем. Задумался, парнишка, я пока снэпну. Мне нужны баллы, мне нужны очки. Карта стоит на один ход больше, да? Давай уничтожим эту локу. Джубили. Да! Блин, что там у него? А, про... О! А что я радуюсь-то? О! Давай так сделаем. Ну и можно сделать за подляночку. Подожди, или... Так, она 4 стоит. Это 3. Ну да. Подожди, а если он сейчас сюда поставит этого... Он же может поставить. Ну, допустим. Так, перетягиваем. Вот и все. Я думал, что он Одина влепит вот сюда. Но нет, не Одина. А вот если бы я туда поставил магнита, он бы его уничтожил бы, да, он бы повеселился бы там от души. Так, 255 кредитов, тут чуть-чуть не хватает нам. Так, выиграйте на локации силой 20 и больше. Выиграйте на локации силой 20 и больше. Со снэп выиграйте и... Силы 10 или меньше. Так, ну что, кто у нас тут хочет прокачаться? Нет? Киллмонжер, может быть? Нифига. Наверное, вот. Да, носорог. Так, подожди, я же говорю прокачиваться. Animated. Угу, 50 кредитов еще сверху. Нормально. Поехали. Ну что, наверное, еще пару партиек и хорош на сегодня. Полит Пэрот. После 5-го хода. Морду.
Опять на уничтожение, да, хочет играть? Опять он хочет на уничтожение играть. Блейд. Тор. Колин Винг. Понял. Так, ну я понял, что он собирается, ребята, сделать. В принципе, догадываюсь. Хочет поуничтожать здесь все к чертовой бабушке. Он здесь хочет все поуничтожать. Так, карта, которая изначально мне стоит на один меньше. Поехали. Давай сделай так. Хэлла, ну давай, вернул, да? Блин, тут можно мне уничтожить. Но тут, ребят, не получится у меня. Хотя, подожди, не, получится. Нет, нифига. Нифига, не хватило одного балла. К сожалению. Тут я немножко, конечно, опростоволосился, знаешь, с чем? Я на ту локацию, когда бросал агента, мне надо было не брать, не ставить туда агента. Тогда бы не было затрат. Так, плюс одна энергия на этом ходу. Давайте поставим тогда морду. Так, и так вот сделаем. Но второго хода не будет, к сожалению, потому что... Потому что... Ну, видишь, что делает? Так, ее сила удваивается. Так. Ладно, Мистерио. Сколько он стоит? Двоечку, да? Давай-ка я вот так вот сделаю. Потом ставим Вонга и Тигра. Так, Бишоп, да? Где Мистерио может быть, без понятия, ребят. Где он там может быть?
Так, и в конце Doom. Другого варианта не вижу, ребят, пока. Все, затопил, молодец. Ну что там задумался-то? Так, снэпнуть, наверное. Так, Энджел. Тоже Doom у него. Так, где-то Мистериум, да? В общем, мы выиграли здесь. Выиграли. Мистериум появился как раз на той локации, где и надо. Так, аж три задания. Аж все практически задания выполнили. Так, так. И вот так. И еще и тут 250 кредитов. Ай, красотища. Еще и сезонный пропуск. Так, подожди, сейчас я заберу здесь. Наверное, 5 кредиты или что? Золото, сотка золота. Так, ну что, давай, раз у нас много кредитов, возьмем нормальную карту, мощную. И прокачаем ее. Сколько? 4, это не то. Как минимум нужно, чтобы была золотая или анимированная рамка, чтобы до легенды. Че, не, больше нету, что ли? Да ну быть не может такого. Да, только 6, прикинь. Ладно. Давай. Блестящий логотип Магнита. Так, нам хватает, да? Да, нам хватает на Шан-Чи даже, может быть, улучшить. При сборе из вашей руки добавляют случайные карты, 3 штуки в нее. Это на сбросах, друзья мои, для колоды на сбросах. Очень даже неплохо подойдет, но опять же, нужно, чтобы она тебе досталась в этот момент. Так, мы можем еще что-то апнуть, какую-то карту одну. А, мы на что нашли? На... Шан-Чи, да? Хм. А кто же тогда? Я думал, что Шан-Чи у нас может прокачаться, но нет. Белая тигрица, понял. Анимированные. Итак, есть еще 50 кредитов. Все прекрасно, все как нельзя хорошо. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.